У нас очередное мероприятие, это винтаж, сумской вояж. Очередные, скажем так, поклонники ретро-движения собрались прокатиться в Сумы и обратно. Маршрут у нас 440 километров. Мы навестим поющие террасы. Мы попадем в Тростенец, круглый двор. Там много есть, что посмотреть и отдохнуть. И навестим город Сумы возле центральной части, это Альтанка. Там нас встретят местные тоже ретро-любители. И там будет импровизированная выставка ретро-автомобилей. Надеюсь, что сегодняшний пробег, даже учитывая, что опять же жара, всем будет тяжело, потому что на сегодняшний день температура поднимается до 35, и машинам будет очень тяжело, не говоря уже про водителей, штурманов и пассажиров. Но будем надеяться, что особых приключений не произойдет по вине технических неисправностей, но дороги бывает всякое. Едет больше 20 экипажей. Очень приятно, что народ собирается, невзирая на погоду, лето, отпуска. Очень много приехало автомобилей просто поддержать это движение, мероприятие. У нас появились партнеры, которые решили поддержать ретро-движение. Поэтому всем удачи на дорогах. Я думаю, что все будет хорошо.